A70 My Dash Cam A800 S1. 4К-видеорегистратор с 3-дюймовым дисплеем и дополнительной камерой. Аппарат поставляется в фирменной картонной коробке. В комплекте идет зарядное устройство, USB-кабель, крепление на стекло, вторая камера с кабелем, лопатка для прокладки кабеля и документация. Посмотрим на регистратор поближе. У данной модели корпус треугольной формы. Со стороны лобового стекла предусмотрен монтажный слот для установки, динамик и поворотный модуль камеры. На правом боку порт microUSB, порт для подключения камеры заднего вида и слот для карточки microSD. Слева вынесена кнопка питания и микрофон. Со стороны пользователя дисплей диагональю 3 дюйма и набор кнопок управления. Обратим внимание на крепление. Оно представляет собой площадку, которая клеится на лобовое стекло посредством клейкой ленты, а сам регистратор легко вставляется по направляющим. Получается удобное легкосъемное решение с более надежной фиксацией, чем при использовании обычной присоски. Дополнительная камера также приклеивается на стекло и имеет поворотный блок. Теперь о качестве съемки. Основная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор, светосильный объектив с углом обзора 140 градусов, а максимальный разрешение решение видеозаписи составляет 3840 на 2160 пикселей при 30 кадрах в секунду. Дополнительная камера снимает в разрешении 1920 на 1080 пикселей при 30 кадрах в секунду с обзором на 130 градусов. Регистратор оснащен Wi-Fi модулем, который используется для управления со смартфона и быстрой передачи файлов. Со смартфона можно внести все необходимые настройки, выбрать разрешение записи, длительность фрагментов, настроить датчик удара и многое другое. Резюмируем. В плюсах данного видеорегистратора высокое разрешение видеозаписи, большой экран, удобное и надежное крепление на стекло, компактная дополнительная камера и управление со смартфона. Также отметим двухпортовое зарядное устройство, которое позволяет одновременно заряжать смартфон или, например, планшет. Из минусов же назовем отсутствие GPS-модуля, который ожидаешь увидеть за эту стоимость.